На молодежный фестиваль «Артмиграция» мечтают попасть многие актеры, режиссеры, театральные критики. Нашу область на столичном форуме представляла актриса Ивановского драматического театра Тамара Лимонова. Это поездка поощрения от Регионального союза театральных деятелей за достижения в профессиональной деятельности. В Иванове талант Тамары Лимоновой по достоинству оценили и зрители, и коллеги. Она дважды становилась обладательницей молодежной премии «Стимул». Она очень отзывчива на все наши общественные мероприятия. Вот нужно, например, для ветеранов сделать концерт. Она тут же вот как-то отзывается, она тут же идет выступать, она еще и всех подговорит. Очень активный, очень любящий наш союз. Форум «Артмиграция» представляет собой смотр работ молодых режиссеров, которые ставят свои спектакли в провинциальных театрах. Помимо того, там проходят лекции, творческие встречи с известными людьми. Фестиваль для молодых режиссеров, а мы должны были отсматривать их. Мы потом сидели на обсуждении, мы слышали отзывы критиков, и у нас были, несомненно, мастер-классы, и мы также ходили, смотрели спектакли московских режиссеров в московские театры. Это МХАТ, театр Вахтангова, Сатирикон. Тамара Лимонова рассказывает, что эта поездка ее очень впечатлила. Я унесла для себя очень много новых знаний о профессии. Потом это колоссальный, наверное, обмен опытом, когда ты видишь других ребят из других театров, какие они, какой ты. Например, мне казалось, что я жутко энергичная. Нет. Вот. Я могу сказать, что у меня, наверное, 50%. Ну а еще на «Артмиграции» Тамара Лимонова познакомилась с актерами из других городов. И теперь может сказать, что у нее есть друзья в разных уголках страны. Искусство, как известно, стирает все границы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.